Здравствуйте! Как бы это видеоблог мой личный. И как бы я сейчас расскажу то, что... Короче, расскажу про все мои мероприятия. Начну с того, то, что я как бы иностранец. Первый год, как бы, ну, я нигде не участвовал, как бы просто бездельничал. Но потом меня начали родители вводить по всем кружкам. К примеру, вот видеостудия. Мне понравилось сюда ходить, но первый год не нравилось. Но потом мне уже понемногу начал нравиться монтаж, видео, то, что мы сделали фильм очень хороший, мне понравился, только немножко там косяки немножко есть, но это не важно. Вот. Но потом уже пошла жара. Был на фестивале, было очень классно, интересно. Мне понравилась там ролевая игра. Но все остальное, ну, было неинтересно немножко. Что следующее? С классом мероприятия были. К примеру, были на елке, катались с горки и играли в снежки. Побыли на двух елках, покатались и все такое. Что бы еще рассказать? То, что сам еще узнавал, где я нахожусь, узнавал, что за места здесь есть интересные, завел новых друзей. Я приехал из Украины, в город Харьков. Хороший город, в принципе, там тоже неплохо. Только, ну, ладно, не буду там рассказывать свои проблемы. Там тоже было нормально. Там есть фонтаны, театры очень хорошие. Кстати, я еще занимался хореографией и выступал везде. Получил кучу дипломов, получил кучу медалей. И даже когда вот посмотрел на них в этом городе, я немножко прослезился. Ну, блин, столько сил было потрачено, столько эмоций было. В ту школу, в которую я попал, там гораздо было интереснее заниматься. Раньше был лентяем. Было все лень делать. Танцевать, заходить на видеостудию. И потом уже как бы появился интерес. Но еще ходил на такой кружок под названием «Тяжелая атлетика». Ну как бы не хочу быть немножко таким пухлым и жирным, как меня один человек называет. Думал, что не, лучше туда не пойду. Но она, кстати, была бесплатная. Потому что там немножко не понравилось. Но потом я подумал. Нужно же давать сдачи, когда кто-то ко мне пристает. Ну, ладно, все-таки походил туда. И за 2 года я уже нормально подкачался. Станция юных техников, короче. Мы с мамой выбирали кружки для меня. Мы хотели еще третий кружок. Но я маму отговаривал то, что ну не надо третий мне кружок. Ну ладно, смотрели там шахматы или сейчас. Автомоделизм. Вот, но я посмотрел так, посмотрел, где это находится. Ну блин, слишком далеко. Это же как, ну, пример не буду приводить, но очень далеко. С отцом как раз туда съехали. Но я такой, не, я лучше, не, я не против ходить туда. Но если было немнемножко поближе, тогда да, тогда бы сходил. Здесь как раз тоже в станции юных техников были какие-то мероприятия. Какие-то были мероприятия. Елки, ну, каждый год, конечно же, да. Вот, подарки. Участие. Потому что как раз я участвовал в одном мероприятии станции юных техников. И мне понравилось. Хотя мне нужно еще было привыкнуть к этому городу. Но сейчас я уже так почти привык. Плюс еще не полностью знаю весь свой район. Да. Но как бы летом будет в свободное время. Буду ходить и все узнавать. Ой, фильм снимался тяжело. Очень. То мы залазили на гаражи, но это ж надо было, как мы с главным героем обворовали хулиганов и на эти деньги потратили, ну, как раз в кафе, это было в сценарии, вот, и не только в кафе, еще сходили в аттракционы, там тоже было весело, прорекламировали их, как бы аттракцион, по-моему, Веселый Роджер, вот, как раз кафе находилось в Веселом Роджере, там покушали, отдохнули вместе с... нашим преподавателем. Ну и после этого, там мы когда пересмотрели наши кадры для фильма, вот, хотели что-то переснять. Ну, как бы, ну, сделали. Пересняли. Это был как раз кадр со мной. Кадр еще был как возле станции юных техников, когда я проходил мимо. Ну, типа, это как бы было написано в сценарии. Где я еще был? В самой станции юных техник, когда нужно было туалет заснять, мы как бы, ну, не хотели идти в школу. Потом... Первая причина то, что снимать занятий, во-вторых, ну, меня,
Во-вторых, как бы, ну, далеко ехать, даже не знаю, где это находится. Что еще рассказать? Кадры со мной еще. Как раз мы планируем заснять еще один фильм. Как называется? Технопарк. Технопарк, да. Как снова же наш главный герой теряет сознание, когда он падает, и память. И ему, как бы, сейчас буду спойлерить точно. Вкратце, короче, расскажу то, что с ним будет, короче, какая-то вакханалия. Расскажи друзьях, ну, у меня есть друзья и в школе, и на видеостудии. В принципе, вот Семен и Аня, который, кстати, набрал очень много просмотров. Как, молодец. И Арсен тоже неплох. Хоть он третий месяц. Но среди них есть еще Валь. Она снимала как раз 2 видеоролика. В принципе, если суммировать просмотры, то как бы да, она на втором месте. Ну, по-моему, это все. Да, у нас еще был, кстати, здесь немножко апгрейд. Как бы парты переставили здесь немного. Ну что, нужно рассказать, какие апгрейды здесь были. Вот. Плюс еще добавить еще три монитора. Как бы это уже хорошо. Можно не только на одном мониторе всей командой монтировать, а на разных, еще разных программ, там Sony, Adobe Premiere. Вот, но я как раз занимаюсь на Camtasia Studio, тоже хорошая программа. Вот, в принципе, программа очень хорошая. Но я на свой компьютер установил всего лишь 2. Это 7 и 8. 7 я монтирую только музыку, 8 только видео. Ну, по-моему, все. Это все. Прощайся. Пока, всем удачи.